Создание единого колл-центра на базе клинической больницы номер 50 – с одной стороны, веяние и требование времени, с другой – проявление заботы о пациентах. На сайтах большинства лечебных заведений нашей страны есть ссылка на номер единой справочной службы, поскольку больной не должен тратить время на поиск телефона того или иного врача. В прошлом году такой колл-центр заработал и в нашей больнице. Он объединил две взрослых и детскую поликлинику. Мы в рамках национального проекта «Бережливой поликлиники» взяли для себя такой проект создания единого колл-центра. Руководителем этого проекта выступил главный врач нашей больницы Игорь Викторович Лашманов. Примерно в течение месяца было найдено специальное помещение, сделан ремонт, закуплено оборудование, собран коллектив, который прошел дополнительное обучение, и запущена работа. Как признают медики, вначале не все было гладко, а на колл-центр обрушился шквал звонков. К тому же этот период совпал с очередной волной ковида. Но тестовый период благополучно прошли, и единая справочная служба заработала в штатном режиме. Практически с начала работы центра или даже раньше, до его создания, мы прекрасно понимали, используя предыдущий опыт, что пик звонков у нас в каждой поликлинике с 7 утра до 10-11, потому что в это время поступают звонки во все три поликлиники с вызовом врача на дом, ребенку или взрослому. Мы знали о том, что это время самое-самое загруженное и даже перегруженное будет. И с самого начала возникла идея поиска и разработки голосового помощника, чат-бота. Много времени занял поиск программы. Процесс ее доработки до сих пор идет. Главную задачу, которую поставили перед разработчиками – создать систему приема и сортировки вызовов. И с первых же дней, еще работая в тестовом режиме, голосовой помощник отлично справился со своими обязанностями. Это получилось достаточно успешно, удобно по отзывам наших пациентов разных возрастов, оказалось очень удобно и быстро. И если раньше вы когда брали трубку и слышали, что там, ты 20-й в очереди, да, для того, чтобы дождаться ответа оператора, то теперь звонки принимаются мгновенно. Голосовым помощником уже пользуются до 60% пациентов. Как рассказала Марина Румянцева, за все время его работы медики не пропустили ни одного вызова. Вся информация, собранная автоматической системой, стекается к оператору. И если у него возникают какие-то вопросы, он перезванивает пациента и уточняет данные. Клиническая больница постоянно работает над совершенствованием работы помощника и расширением его функционала. Те, кто пользуется активно, может быть, обратили внимание, что в последнее время через голосового помощника, во-первых, можно задать некие справочные основные, самые частые вопросы, да, и получить ответ, не дожидаясь ответа оператора. А во-вторых, я считаю, что это наше, ну, такое очень хорошее начинание, можно заказать дистанционно оформление справки. Мы посмотрели, что самое частое справки, которые востребованы у нас в поликлиниках, у детей это справки в бассейн, у взрослых это справки для санаторно-курортного лечения. Очень востребованный вид услуги. И если раньше нужно было ходить сначала, чтобы начать оформлять эту справку, потом прийти на обследование, потом прийти получить окончательно справку, то сейчас, вот, по крайней мере, начальный этап мы полностью убираем. Справку можно заказать заранее. Медицинские сотрудники специальные в доврачебных кабинетах посмотрят, да, нужно ли какие-то дополнительные действия, может быть, какие-то анализы, или, может быть, оно все есть. И если все есть, то заготавливают эту справку, и ваша задача будет только прийти ее забрать. Посылать ее, к сожалению, по электронной почте или обычной почте мы не можем, потому что законодательство требует предъявления документа, чтобы мы убедились, что справку получил тот человек, который, ну, имеет право, что называется, на нее, да, то есть нужно предъявить паспорт и получить справку. Но от лишних хождений мы человека уже тем самым избавляем. В планах расширить диапазон вопросов, на которые сможет ответить помощник. Также, возможно, через него можно будет записаться на плановый прием к врачам. Этот вопрос в разработке. Голосовой помощник принимает вызовы по номеру 8 800 555 24 45 с понедельника по субботу. Звонок с мобильного и стационарного телефонов бесплатный.